Всем добрый день! Добро пожаловать на наш канал. Приготовим гуляш в мультиварке. Готовится он очень просто. Для этого нам понадобится мясо. Я взяла филе говядины. Режем его на кусочки. Кусочки должны быть не крупные, не сильно мелкие. Мясо у меня слегка подморожено, и поэтому режется оно достаточно легко. Вот такие кусочки должны получиться. Теперь режем лук. Лук я режу полукольцами. Если у вас сильно крупная головка лука, тогда вы можете еще на половину поделить. Теперь также мы режем чеснок. Чеснок я сначала давлю, и потом уже мелко его нарезаю. Я очень люблю этот способ, он более сохраняет вкус чеснока. Вот такие красивые мелкие кубики у нас получаются. Теперь лук и чеснок добавляем мы к мясу. Добавляем также паприку, соль. Я взяла морскую соль, приправа для мяса, куркума. И теперь мы включаем мультиварку. Режим тушения на 3 часа. Можно на 2 часа, в зависимости от мяса. Наливаем растительное масло. И мой самый главный секрет – это добавление водки в мясо, для того, чтобы мясо было мягче. Осталось у нас 1,5 часа. Мы теперь добавляем морковку. Морковь я взяла замороженную. Можно взять свежую. Наливаем в миску воду, добавляем 2 столовые ложки крахмала кукурузного, все перемешиваем. Я взяла кетчуп, можно взять томатную пасту, кто что любит. Также 2 столовые ложки. И теперь все это перемешиваем и добавляем в наш гуляш. И оставляем еще тушиться 1,5 часа. Ну вот и все, наше блюдо готово.
Спасибо за просмотр. Подписываемся на наш канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем до новых встреч!